вьетнамцы. Конечно, и здесь Каре чисто мяч отбирает. Можно катить. Чего себе! Снова здорово играет Игорь Лещук. Падение и пенальти. Вот это да! Ничего. Обнулился 11-метровым. Вот момент. Конец. И зона свободная есть, есть кому отдать вперед. И в целом крылья не стесняются двигать мяч вперед, ближе к штрафной. И обострять пытаются, и еще момент создают. Какой красавец Бенхамин Гаре! Сыграют и 5-4, да, только непонятно, в чью пользу пока. Каре. Хорошая передача, крылья могут выйти вперед. Удар, перекладит. Что такое российская премьер-лига. Ну, тоже целого ряда футболистов основного состава, наверное, привычного основного состава Балтики мы сегодня не видим в старте. Тут новая атака. В условиях уже официального матча, что называется, из подбор надо Гаре брать, он технично прокидывает, падение, и Аюпов не прав, Бенхамин Гаре. Но немного наобум сейчас, мне казалось, и кажется, забрасывал Марио. И от этого пошла контратака. Thank you.
сзади аккурат. Ушаков не помешал в итоге, да, Гаре? Гаре делает передачу в штрафную. Вот момент для крыльев. Шитов. Правильный защитник Глен Бейл. И начинается атака. Хозяев поля. Ежов на правом фланге мяч подхватывает. И подключает к атаке Гаре. Но у него левая нога, нужно мяч подработать. Подача в штрафную, момент! На своем родном правом фланге. Сегодня там другие исполнители используются. Игорем Осинькиным. Такой нужный второй мяч. И даже голкипер Игорь Лещук пошел в чужую штрафную. И у Крыльев была возможность динамцев за это наказать. Сейчас Гаре с мячом. Прострел справа. И хорош. Шитов. Удар. Гаре. Ой-ой-ой, как красиво. И мне... Еще одна атака Крыльев Советов. ЦСКА останавливает ее. Но вот это уже... Недолгое. Отмечаем уже не в первый раз вмешательство ВАР. И отмечаем в то же время, что... Шитов никак не может на замену выйти. Ждет своего шанса, своего часа. А тем временем... И, ну, можно сказать, потворствуют этому владению. В не створа. Наверное, да. Игроки даже не глядя туда, должны понимать, что в створ-то отдавать они просто по всем футбольным правилам не должны. Да, еще игроки эти должны понимать, что им нельзя. Они разные, но примерно плюс-минус на одной позиции играют. Да. Хорошая передача. Крылья атакуют. Дальше отличный пас. Удар! Курбан Бердыева и возвращение в Сочи Владимира Федотова. Это весьма любопытная игра, которая закроет расписание 18-го тура. Программа... Эктова слишком высоко, слишком сильно. Гарре. Валентин проигрывает борьбу и может получиться очень опасно. А вот здесь мяч срывается с ноги. Это Рахманович, но атака продолжится. Гарре. Красиво! Снова Гаре, рассказов пошел. Подхватывает Николай Бабкина по правому флангу. Мяч остается здесь. На правом фланге атаки. Что здесь? Итюгов пробить не решился. А вот здесь можно действительно... Гаре. Вот он, человек, который поигравший в Англии. Глен Бейл, красиво. Глен Бейл, Писарский. Замена готовится у Крыльев. Двойная даже, по-моему. Я думаю, что пока это реакция. Не могу сказать, кто именно. Реакция Осинькина на перестановки в составе Динамо. На преображение Динамо.